Всем привет! Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, мои подписчики, мои любимые подписчики, гости моего канала, всем привет! В этом ролике я хочу показать вам, ну не то, что показать, я лично, да, там, похвастаться, а просто многие из вас спрашивают, а сколько ты грибов заготовил, а что вы сделали из этих грибов? Покажите нам, пожалуйста, свои закрома, запасы. Поэтому, друзья, в этом ролике краткий обзор сделаю, сколько получилось грибов после сбора летом 2020 года. Строго не судите, не пинайте. Что получилось, то получилось. Все показываю честно, как есть. Это будет три места. Первое — это холодильник в гараже. Вот я в гараже сейчас и нахожусь. Дальше. Вот он. Гараж, не смотрите сюда, захламлено. Потом ларь, это который морозильный. Вот он здесь. И еще погреб. Погреб у родителей. Ну, это будет чуть попозже. А сейчас давайте кратенький обзор я вам покажу по холодильничку. Итак, друзья, не обессудьте, не ругайте, просто показываю, что у нас есть. Белые грибочки, баночки. Вот такие смышленые получились белые грибочки. Не знаю дату, когда делали, почему, потому что не знаю. Последние, когда мы стали собирать грибочки и мариновать, стали писать вот такие наклеечки. Вот данная баночка 15.09.2020 года. Вот такие красивые. Ну, это большие. Маленькие баночки типа пробничков. Скажу вам честно. Вот еще беленькие. Тоже 16.09 замаринованные. Вот красивые. Маленькие на половиночку. Кто-то спрашивал, зачем вы маленькие берете? А вот для того и берем, чтобы они вот такие красивенькие и получались. И чтобы вкусно было потом кушать. Число 21.09.2020 года. Это мы их собирали и в тот же день мариновали. Дальше. Это вот такой совсем маленький пробничек. Это у нас маховички. Маховички тоже 21.09. Следующее. Ну, я не каждую банку, друзья, буду вам показывать. Просто показываю, да. 22.09. Тоже маховички. Были они бесподобные. В общем, беленькие. Опятки вот есть. Опятушки. 18.09.2020 года. Так, что еще есть? Да, покажу. Есть еще вот опята, маленькие баночки. Красивенькие, замечательные. Вот они. Один к одному, даже если большие попадаются, они все равно просто обалденные, вкусные. Грузди. Вот грузди, которые черные, которые мы солили. Посмотрите. Солили и мариновали. Эту баночку мы не открывали, но те, которые соленые, мы уже пробовали, друзья. Соленые грузди — это бесподобные. Прям хрустят со сметанкой, с лучком. Это бомба. Это просто бомба. Если бы я еще пил, то эта закусь была бы сногсшибательная. Юля пробовала, все пробовала. Не передать словами ничем, никак. Это такие вкусовые, скажем так, фейерверки, что кушаешь, там и соль, и лучок, все это переплетается, все ароматы, вкусы, просто улет, настоящий улет. Там еще грузди, здесь еще опята, но, а здесь у меня веничек в баню, еловый. Холодильник говорит, ты уже давно открыл. Открыт. Вот такая. Вот такой. Это холодильничек. А сейчас идем к варю. Морозильному, чтобы посмотреть, что есть в нем. На улице, говорю, смотрите, такая ерунда. Уже второй день. Пасмурно. Дождя сегодня нету, но холодно. А вчера целый день лил дождь. Это мы со второго этажа смотрим. Итак, по-быстрому я вам говорю, чтобы потом можно было поехать делами заниматься и в погреб. Так, что у нас есть? Это есть у нас цветная капуста. Юля любит, поэтому, но это к делу не относится. Просто варь мы используем по назначению, замораживаем. Но нас интересует совсем другое. Итак, смотрим.
Это белые грибочки замороженные, ножки, просто ножки. Так, дальше. Белые грибочки замороженные, ножки и шляпки. Смотрите, какие красивые. Ох ты. И в пиццу пойдет, и для супа пойдет. Супер. Так. Вот почему всегда так бывает, когда ты занят таким каким-то хорошим делом, да, ну, и всегда звонят в самый неудобный момент. Тут же сейчас позвонили и отвлекли нас. Продолжаем. Продолжаем. Вот, это у нас были беленькие, со шляпками и с ножками. А это, наверное, Юля заморозила чисто шляпки, да, чисто шляпки беленьких грибочков. Взглянем? Взглянем. Ай, какие. Ай, какие все ровненькие, красивенькие. Ай, какие супы будут. Кстати, я вам скажу. Сегодня Юля на обед приготовила супчик грибной с лисичками. Бесподобно. Бесподобно. Так, дальше продолжаем экскурсию по морозильному. Кто знает, что это? Кто догадался? А? Друзья, правильно? Это черника. Это черника замороженная, которую мы собирали летом. Вкуснятина. Чернику мы заморозили, знаете для чего? Чтобы делать черничные коктейли. И мы их постоянно пьем, кушаем. Ой, слюна потекла. Дальше. Это у нас масса грибная. То есть белые грибы перекрученные и замороженные. Для чего? Для грибной икры. Все верно. Это тоже, это мороженое. Дальше, друзья, это все. И второй раз также вот только продолжая, опять стучат в дверь. Давайте это провода прикурить. Есть провода? Нету. У нас грибы замороженные, маринованные, перекрученные. Ладно, продолжаем. Итак, дальше. Черника есть. Это у нас мороженое вкуснятина. Дальше грибочки. Ох, уже они как вам заморозились, имеется в виду, инеем покрылись. Ну, это ничего страшного. Еще белые грибочки. Ножки. Пожарить можно будет. С картошечкой. Вот еще. Ой, какие. Это у нас кто? Так, это у нас меховички. Это у нас замороженные маховички. Так, друзья, вот это краткий вам обзор по этому варю морозильному. Вот такие дела. А прямо сейчас поедем в погреб, и я вам покажу, что там, какие баночки. Договорились? Не переключайтесь, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, а мы поедем. Сейчас поедем в погреб. Поехали. А вот и погреб. Спускаемся по лестнице. И вот попали в погреб, друзья. А тут у нас чудеса. Сразу баночки как на подбор. Это маслята маринованные от 27 августа. Вот такие. А это беленькие. Смотрите, какая красота. Беленькие. Это грузди. Тоже супер. А тут уже картошка у нас в погребе. Тоже маслята. Смотрите, какие шляпки. Маленькие, вкусные. Так. Вот еще маслятки. Баночка, вот прям совсем маленькие, прималенькие. Так, что у нас еще есть? Лисички, вот они, красавцы. Вот такие приятные лисички, вкусные. Наверху лисички. Это у нас подосиновики. Это у нас тоже подосиновики. Лисички. Компоты, боже мой. Кушать не перекушать. Это у нас белые. Ой, какие белые. Шикарные. Шикарные белые. Дальше, вот здесь белые. Вот вам показываю.
тоже красивенькие. Лисички. Вот. Лисички. Опята. Нет, это маховики. Это у нас маховички стоят. Тоже супер. Ух ты, сколько белых, смотрите. А вот белые наверху. Белые чуть ли не в два ряда. Смотрите, какая банка большая. Большая банка. Сколько, наверное, почти 1,5 литра, что ли. И они целые. Как Юля любит, она приготовила крупными. Специально что берешь и откусываешь. Что скажете, друзья? Кайфово? Да, супер. Все супер. В общем, примерно я вам показал. Банок здесь, наверное, что-то мы пытались посчитать. Где-то порядка 100 штук грибочков. Ну, а я вам говорю, что это был с вами Иван, канал Юрганов Лайф. Вот такой погребок. Почему хорошо? Потому что зимой здесь тепло для баночек, для всяких маринованных, солений, картошки. А летом прохладно, в шортах спускаешься, с жары сверху, с жары. Просто кайф. Ладно, я с вами прощаюсь. С вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.